Что отличает выступление этой юной спортсменки из Узбекистана? Она мгновенно находит контакт со зрителем. Венеру любят поклонники художественной гимнастики. Венеру они поддерживают. Кому же отдать предпочтение? Судьи решают нелегкую задачу. Приглашается Диана Аветисян, армянская СССР. Это будни. Полторы минуты продолжается выступление гимнастки. Полторы минуты и часы, дни, месяцы занятий. Труд тренера, как и работа скульптора, требует упорства, терпения. Линии должны быть чистыми, певучими, неожиданными, как струи ливня. Чуть-чуть не дотянутся стопа, потому что пушки сумасшедшие, а когда бежишь, вот здесь вот стопа немножечко расслаблена. Поняла?